Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». По вашим заявкам продолжаем данный плейлист и далее как раз разбираем времена past simple и present perfect. Вот здесь еще, знаете, такое правило, что если у нас с вами есть слово when, когда, то необходимо использовать время past simple. Это важное правило. К примеру, я был в Германии, когда я был очень молод. Я был, I was в Германии, in Germany, когда, when я был, I was очень молод, very young. I was in Germany when I was very young. Видите, если мы сказали бы просто, я был в Германии, я сказал бы, мы говорили, I've been to Germany. Что мы с вами помните, говорили, если говорим, где мы были и не указываем конкретное время, используем present perfect. Но если есть указание времени с when, то именно past simple. I've been to Germany или I was in Germany when I was very young. Далее. Вопрос. Когда ты был в Англии? Когда? When ты был? Опять же, видите, when это только past simple. When ты был? Were you? В Англии, in England. When were you in England? Когда ты был в Соединенных Штатах последний раз? Когда ты был? When were you в Соединенных Штатах? In the United States. Последний раз, last time. When were you in the United States last time? Когда ты был в Китае? When ты был? Were you в Китае, in China? When were you in China? Далее, также нужно понимать, что время present perfect связано именно с настоящим. Давайте разберем конкретные ситуации. Например, я потерял свои ключи, я не могу найти их. То есть вот сейчас я их не могу найти, это связано с настоящим. То есть если я просто скажу, я потерял свои ключи, I lost my keys. Это, видите, как правило, просто факт в прошлом, когда-то давно, I lost my keys. И для меня это может быть не так важно. Сейчас, вот, например, я потерял свои ключи, я не могу их найти. То мы используем именно время present perfect. Получается, I've lost my keys. Я не могу найти их. Я не могу. I can't найти их. Find them. И вот, в принципе, если просто, даже нет второго предложения, я потерял свои ключи. В принципе, часто говорим именно present perfect. То есть для меня это важно. Где они? То есть I've lost my keys. То есть именно сейчас. I can't find them. А второе предложение нам как раз указывает то, что действительно для меня это важно. Это, видите, в настоящем времени. А past simple это просто факт, отдаленный факт в прошлом обычно. Далее, например. Я потерял свой бумажник. Я не знаю, что делать. Или та же самая ситуация. Я пытаюсь, ну где же он? Где же он? Это так важно для меня. Видите, связано с настоящим. Это не просто какой-то отдельный, отдаленный факт в прошлом. Поэтому также говорим, я потерял. I've lost свой бумажник, my wallet. Я не знаю. I don't know, что делать. What to do. Мы с вами говорили, что здесь именно what используется именно what to do. Что делать? What to и плюс глагол what to do. I've lost my wallet. I don't know what to do. Далее, например, я скачал эту программу. Она чрезвычайно полезная. Имеется в виду, что вот я совсем недавно скачал, и вот для меня это очень важно. То есть я скачал, это связано с значением не просто я когда-то скачал, и когда-то я пользовался. Нет, я его скачал недавно, для меня это важно. Получается, я скачал. I've downloaded эту программу. This program. Это чрезвычайно важно. Это it's. Ну понятно, это очень важно, это будет it's very useful. Но если мы хотим продемонстрировать как раз наши знания более высокого уровня, то, конечно, используются и другие слова. В частности, есть фраза чрезвычайно полезная. Это фраза it's extremely. It's extremely useful. Extremely означает чрезвычайно. It's extremely useful. Запомните. Тоже более сложный уровень, средний уровень, но тем не менее, видите, it's extremely useful.
I've downloaded this program. It's extremely useful. Вот, не когда-то давно, а вот я недавно. I've downloaded this program. It's extremely useful. Далее, например, как ее зовут? Я забыл это. Похожая ситуация, видите, как ее зовут? Это обычное настоящее время. То есть, какое ее имя? What's your name? What's your name? Я забыл это. То есть, для меня это важно сейчас, связано с настоящим. Вот я сейчас не знаю, как ее зовут. What's your name? Я забыл это. И мы говорим I've forgotten it. I've forgotten it. What's your name? I've forgotten it. Ну, опять же, на практике встречается и просто past simple иногда, но часто именно предпочтение present perfect, поэтому предпочтение present perfect. What's your name? I've forgotten it. When? Past simple. I was in Germany when I was very young. I've been to Germany. When were you in England? When were you in the United States last time? When were you in China? I've lost my keys. I can't find them. I've lost my wallet. I don't know what to do. I've downloaded this program. It's extremely useful. What's your name? I've forgotten it. Далее другая ситуация. Вопрос. Ты видел мою сумку? Я не могу найти ее. Опять то же самое. Я сейчас не могу найти. И вопрос. Ты видел мою сумку? Это имеется в виду недавно. И вопрос. Ты видел? Have you seen мою сумку? My bag? Я не могу. I can't найти ее. Find. Ее неодушевленное это it. Его ее неодушевленное это it. Поэтому I can't find it. Have you seen my bag? I can't find it. Далее. Мой английский не был хорошим, но он стал намного лучше сейчас. Вначале отдаленное прошедшее время. Мой английский. My English. Не был хорошим. Wasn't good. Но он стал намного лучше сейчас. И вот если завершенное действие сейчас, это указатель времени, в принципе, present perfect. То есть он стал, он, английский, а недушевленный это it, то есть has, стал become, it has become. Намного лучше, much, лучше, better. Но используем, опять же, видите, сокращенную форму по умолчанию, it has, а it's. Конечно, it's сокращается и it is, и it has, но, конечно же, грамматически понятно, что это it has. But it's become much better now. Вот такая конструкция, видите, отдаленное прошедшее, и как раз, что он стал лучше именно сейчас, то есть недавно, связано с настоящим. Now это как раз время, видите, present perfect. My English wasn't good, but it's become much better now. Например, мои знания были очень бедными, но они стали намного богаче сейчас. Так, мои знания... My knowledge были, знания в английском it, поэтому was, очень бедными, very poor, ну, на самом деле, можно сказать, очень плохими, но это просто, видите, такая вот связка, фраза poor knowledge, это бедные знания, это устойчивая фраза, очень полезная. Was very poor, но, but, они стали намного богаче сейчас, они стали, видите, сейчас, поэтому present perfect, они, ну, знания это it в английском, поэтому it, также стали, it's become, намного богаче, much richer, богаче now. My knowledge was very poor, but it's become much richer now. Далее, например. Мой уровень английского стал намного выше. Я вижу свой огромный прогресс. Видите, опять же, не когда-то давно, а недавно, потому что второе предложение подчеркивает, что я вот вижу, действительно, да, сейчас. Поэтому мой уровень английского, my English level, стал, has become, намного выше. Much higher, much higher. Я вижу, I see, свой огромный прогресс. My great progress. Фраза great progress, огромный прогресс. I see my great progress. Вообще используем фразу great progress. Итак, my English level has become much higher. I see my great progress.
В принципе, то же самое. Даже если бы не было второго предложения, могли бы сказать My English level has become much higher. То есть именно относится к сейчас. Не когда давно он стал, а именно сейчас. My English level has become much higher. Далее. Если просто нет никаких указаний, например, я сделал это, то часто обычно мы просто говорим past simple. I did. I did. Но, в принципе, также можно сказать и present perfect. Употребить. И так встречается. I've done it. I've done it. I've done it имеется в виду, если недавно. I've done it. Я не просто когда давно, а я сделал это недавно. I've done it. I've done it. Но на самом деле на практике встречается и так. То есть даже если мы хотим сказать, что я сделал это, для меня важно, то встречается и I did. Поэтому просто по умолчанию используем и на past simple, но и так встречается. Если нет указания именно конкретного времени. Поэтому по умолчанию, видите, past simple, если нет никакого указания. Например, далее. Я сделал это час назад. I did it. Час назад. Видите, казалось бы, недавно, но мы с вами разбирали, если есть ago last указатель, то именно только past simple, поэтому будет an hour ago. Например, я сделал это минуту назад. I did it. Минута, неважно, что минута, но есть ago, поэтому past simple. Это будет a minute ago. I did it a minute ago. Далее. Я часто делал это, когда жил там. Я часто делал это. Отдаленное прошедшее. Потому I often did it. Когда when нам указывает, что тоже, видите, отдаленное, то есть не perfect. When я жил там. When I lived there. Это просто действие периодически происходило в прошлом, поэтому и там past simple. I often did it when I lived there. Итак, have you seen my bag? I can't find it. My English wasn't good, but it's become much better now. My knowledge was very poor, but it's become much richer now. My English level has become much higher. I see my progress. I did it. Вот на самом деле, да, там говорят, да, я сделал это. Yes, I did it. Тоже просто по умолчанию обычно используют past simple. I did it. I did it an hour ago. I did it a minute ago. I often did it when I lived there. На самом деле есть определенные слова, который указывает нам на время present perfect. Давайте с вами про это поговорим. Это слово, в первую очередь, just, только что. Используется в середине. Я только что понял это. Только что. I've just понял это. Understood it. I've just understood it. Я только что понял это. I've just understood it. Или, например, я только что понял, как делать это. Я только что понял. I've just understood как, how делать это, how to do it. I've just understood how to do it. Я только что видел своего одноклассника. Только что I've just видел seen своего одноклассника my classmate. I've just seen my classmate. Она только что позвонила мне. Она только что, she's just позвонила мне, called me. She's just called me. Видите, just, только что. Конечно, есть и just другое значение. Это только, например, just do it, только делай это, или просто делай это. Just do it. Переводится как только или просто. Просто делай это, just do it, или только делай это. Just это просто, или только. Just do it, просто делай это. Но на самом деле основное значение это другое, именно только что. И для времени present perfect. Мы говорим об основных значениях именно слова just. She's just called me. Далее. Другой указатель это уже. Already. Тоже используется в середине. Я уже был там. I've already был там. Been there. Мы говорили be there. То есть здесь не нужен никакой предлог. I've already been there. Я уже был в этой стране. Я уже был. I've already been в каком-то месте. Been to в этой стране. This country. I've already been to this country. Ну, может быть, совершенно любой глагол. Например, она уже проинформировала меня. Она уже. She's already проинформировала меня. Informed me. She's already informed me. Видите, именно в середине.
И вот на самом деле, чем еще полезны знать эти указатели, что если вы знаете их, вы уже никогда не ошибетесь, что именно present perfect. То есть, на самом деле, в практике мы говорим, я только что, я уже, и на автомате только present perfect мы говорим. Это важный момент. Значит, до этого мы с вами разбирали разницу, чтобы вы понимали, что именно недавно, видите, present perfect сейчас, недавно. Есть также, видите, ситуация, когда мы говорим о стране, мы были, но видите, есть указатель, это железно, мы используем именно это данное время. Далее. Это уже произошло. Это уже. It's already произошло. Happened. It already happened. Мы не можем изменить это. Мы не можем. We can't изменить это. Change it. We can't change it. Опять же, даже если бы не было вот второго предложения, уже нам указывает на то, что это present perfect. It's already happened. We can't change it. Далее, еще не. Это yet используется в конце предложения. Я еще не делал это. То есть я не делал это еще. Я не делал это. I haven't done it еще yet. I haven't done it yet. Она еще не говорила мне об этом. То есть она не говорила мне. She hasn't told me об этом, about it, еще yet. She hasn't told me about it yet. So yet нам указывает то, что это именно present perfect. I've just understood it. I've just understood how to do it. I've just seen my classmate. She just called me. I've already been there. I've already been to this country. She's already informed me. It's already happened. We can't change it. I haven't done it yet. She hasn't told me about it yet. Следующий указатель времени perfect – это слово ever. Когда-либо ever. Используем в вопросах. Так, вопрос. Ты когда-либо пытался делать это? Ты когда-либо? Have you ever пытался, tried делать это? To do it. Have you ever tried to do it? Далее, следующее слово, указатель, никогда, never. Но в значении, что кто-то или, соответственно, например, мы, не делал это никогда по настоящее время. Сейчас поясню разницу. Например, я никогда не слышал об этом. Я никогда. I've never. Не слышал. Never уже берет на себя отрицание. Heard об этом, about it. I've never heard about it. Именно по настоящее время. Если, к примеру, мы хотим сказать, я никогда что-то не делал в далеком прошлом, то это просто по simple. Например, я никогда не ходил туда, когда учился там. Never уже берет на себя, видите, вспомогательный глагол в отрицании не нужно. Never в по simple будет следующим образом. I never went there, когда, when я учился там. Когда учился, дословно, когда я учился там, when I studied there. Видите, отдаленное прошедшее, не связанное с настоящим, говорю, только про отдаленное прошедшее, а не то, что я вот по настоящее время, то есть сейчас я никогда не слышал об этом, поэтому мы используем in the past simple. Never используем следующим образом, видите, never и форма глагола. Здесь не нужно как раз... отрицание дополнительно не нужно, просто never и форма глагола. I never went there when I studied there. I never went there when I studied there. Например, я никогда не делал это, когда работал там. Я никогда не делал это. I never did it. Когда, when я работал там. When I worked there. I never did it when I worked there. То же самое, видите, never... и отдаленное прошедшее время. В принципе, на это, видите, нам указывает when. А так, обычно, я никогда что-то не делал, то есть я никогда не делал это. Обычно имеется в виду как раз по настоящее время, поэтому на автомате мы используем с вами именно present perfect, на автомате. Automatically, автоматически. Есть такое слово? Automatically, автоматически. We try to speak English automatically. То есть мы стараемся говорить по-английски на автомате. We try to speak English automatically. На автомате, то есть автоматически. I never did it when I worked there.
Хорошо. Даже еще некоторые указатели здесь разберем. Наиважнейшее – это сколько-то раз, например, много раз. Это будет many times. Many times. Два раза. Это будет twice. Ну, конечно, можно сказать просто two times, но обычно говорят twice, дважды. Или три раза. Three times. Это указатели тоже времени именно present perfect. Например, я делал это много раз. I've done it много раз. Many times. То есть имеется в виду, что это связано с настоящим, то есть много раз по настоящее время. Поэтому также на автомате именно present perfect. I've done it many times. И, например, я делал это так много раз. I've done it будет so many times. So many times. Так много раз. So many times. Я слышал это так много раз. I've heard it. Так много раз. So many times. I've heard it so many times. Я был в Соединенных Штатах дважды. Я был. I've been в to Соединенных Штатах, the United States, дважды, twice. I've been to the United States twice. Я посетил эту страну три раза. Я посетил. I've visited эту страну, this country, три раза. Three times. Также следует сказать, что есть еще указатели времени present perfect. Это как раз выражение словом this. Например, в этом году, this year, в этом месяце, this month, на этой неделе, this week, тоже используем present perfect. Это очень важный момент. Если на прошлой, это на прошлой, это last, а на этой, видите, связано с настоящим, поэтому this. Используем как раз время present perfect. Например, скажем, я прибыл туда на этой неделе. Я прибыл туда. I've arrived there на этой неделе this week. I've arrived there this week. То происшествие произошло на этой неделе. То происшествие that accident произошло has happened на этой неделе. This week. Потому что, видите, this week на этой неделе. Вот указатель именно present perfect. Запомните, это очень важно. Last это past simple, this это present perfect. This accident has happened this week. Have you ever tried to do it? I've never heard about it. I never went there when I studied there. И, например, когда я учился, например, в университете, when I studied at university, в школе, at school. I never did it when I worked there. Many times, twice, three times. I've done it so many times. I've heard it so many times. Видите, я слышал это it, а об этом это about it. I've been to the United States twice. I've visited this country three times. This year, this month, this week. I've arrived there this week. That accident has happened this week. И есть еще один очень важный указатель. Это слово since. Переводится как с тех пор как. Например, предложение. Я знаю его с прошлого года. Казалось бы, нужно сказать, я знаю его. I know him since прошлого года, last year. Но это неверно грамматически, потому что, видите, since указывает, что именно present perfect. А что last, ничего страшного, потому что since уже как бы берет на себя, что это сильнее, поэтому present perfect. Поэтому получается, видите, надо сказать I've known him, I've known him since last year. Еще один пример. Мы знаем друг друга с детства. То же самое с детства. Это фраза since childhood. Стоящее выражение since childhood. Мы знаем друг друга. Опять же, видите, perfect, present perfect, we've known друг друга, each other, since childhood. We've known each other since childhood.
Видите, это очень важный момент, еще since, с тех пор как. У нас с вами впереди много практики, вы не волнуйтесь. Самое главное, что все это разобрали. Итак, since. I've known him since last year. We've known each other since childhood. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.